Богатая природа и благоприятные климатические условия способствуют выращиванию и производству в Азербайджане собственной продукции. Поддержка развития малого и среднего бизнеса в сфере кулинарии, а также запуск новых бизнес-структур в сфере туризма способствует продвижению местной кухни и формированию гастрономического туризма. Азербайджан имеет большой потенциал для того, чтобы считаться страной гастрономии. В последнее время в этом направлении реализован ряд успешных проектов. Развитие гастротуризма является важным фактором в популяризации не только национальной кухни страны, но и традиций и культуры во всем мире. Сохранение национальной кухни является важным фактором идентификации и национального наследия нашей страны. Основная деятельность Национального кулинарного центра направлена на совершенствование научно-методической базы, которая поможет ей получить статус научного центра, занимающегося популяризацией азербайджанской кухни и созданием реестра национальных блюд. Азербайджан зарекомендовал себя в качестве международной платформы, деятельность которой направлена на проведение фестивалей и конкурсов, в том числе и в сфере виноделия. Одним из последних ярких проектов стал первый международный кулинарный фестиваль в Шуше, где принимали участие представители 14 районов Азербайджана и 11 стран мира. Одна нация, два государства. Наш народ и наша кухня тоже едины. Мы делаем все, чтобы вывести наши национальные кухни на одно из значимых мест в мире. Наша основная цель – сближение всех культур посредством кулинарии. Поэтому международные кулинарные платформы играют значимую роль. Мы очень хотели бы популяризировать азербайджанскую кухню в Турции и в других странах. Особенно долму, которую Азербайджану удалось сохранить в его первозданном виде. Такая традиция приготовления этого блюда, к сожалению, в Турции была утеряна. Увеличение количества кулинарных школ и привлечение молодежи в эту сферу является одной из основных стратегий в создании прочного кадрового потенциала страны. Мы пришли сюда, чтобы узнать информацию. Так как в 2023 году будет предстоящий фестиваль, и мы бы хотели там участвовать. И наша цель, моей команды, в этом году взять золото. Среди будущих значимых мероприятий Азербайджана в сфере кулинарии можно упомянуть чемпионат «Гызылшах Гызыл Юзлюк», посвященный столетию общенационального лидера Гейдара Алиева.